В гостеприимных стенах школы номер 1 встретились 11 команд юных инспекторов дорожного движения. Все они участники городского конкурса «Безопасное колесо». Команда «Стоп» первой школы – фаворит соревнований. Ведь уже несколько лет именно первая школа защищает честь Кунгура на краевом уровне. На этот раз ребята также настроены на победу. Мы учили правила, на великах катались, разные, ну, препятствия преодолевали и учили знаки. «Стоп, это я! Стоп, это ты! Стоп, это мы! Все наши мечты!» На пути к победе каждая команда преодолевает 6 этапов. Фигурное вождение – один из самых сложных. Что и говорить, не каждый взрослый осилит такие замысловатые фигуры. И даже тщательная подготовка к соревнованиям зачастую уступает волнению. Юные инспекторы дорожного движения должны в совершенстве знать не только основы безопасности жизнедеятельности и правила поведения на дороге, но и уметь оказать первую помощь. На этапе «Автогородок» школьники проявляют все знания и умения под бдительным взглядом сотрудника ГИБДД. Подобные соревнования играют важную роль, прежде всего, в воспитании культуры поведения на дороге, убеждены в госавтоинспекции. Детям нужно знать правила дорожного движения, соблюдать их. Ну и мы движемся в правильном направлении. У нас за 2019 год ДТП с участием детей произошло в разы меньше, чем за прошлый год. Я считаю, что данные мероприятия в этом способствуют нам. По итогам соревнований ученики первой школы подтвердили звание лучшей команды, вновь став победителями. На втором месте представители 13-й школы, замыкают тройку лидеров ребята из лицея номер 1. Лидеры соревнований отправятся защищать честь Кунгура на краевом уровне уже на следующей неделе.